Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Забираем свои ежедневные награды. Так, теперь забираем награды за выполненные задания. И нам остается поднять уровень персонажа. Мутагена пока маловато будет. Здесь откроем колоду. Так, Север Монтес достается. Так, ну что, сегодня у нас турнирочка. Мы с тобой находимся в Лиге Мастеров, 56 ранг. Блин, сегодня суббота, друзья мои. Один день остается, то есть надо сегодня вырваться вообще, ну, в топчик, грубо говоря. Это первое, да? А второе, это нам нужно пройти платиновое, попробовать. Уж не знаю, сможем ли. Ну и сплинтер, хотя, ты знаешь, это испытание мне не обязательно проходить. Ну, в общем, посмотрим. Начнем, скорее всего, сразу с турнира. Поехали. Дайте мне, пожалуйста, 16-23, и я буду очень-очень доволен. Но, по-моему, этого мне не сделают. Не, они хотят. 16-22, и все. А может, все-таки дадут? Ха-ха-ха. Тамерлан, ребята, 17-23. Отлично. Ну что, как ты видишь, здесь противник 74 уровня, поэтому не будем с тобой рисковать. Возьмем Леонардо вместе с Усаги. А отыгрывать мы будем, наверное, полтиннички для начала, да? Раз, два, три. Стоп, стоп машины. И опять забывая про третье подстраховочное лицо. И это будет у нас Шархан. Да, пускай будет он. Ну что, нам обязательно нужно вернуться в Лигу Мастеров 2 звезды, а по возможности вообще в 3 звезды, и место где-то 50-е взять. Так, неплохо, Усаги, молодец. И Леонардо всех нашинковал. Ну что, друзья мои, двигаемся с вами далее. Сейчас, я думаю, где-то будет местечко 35-е, наверное, да? Ну-ка. Ах ты, 40-е. Немножечко не так я рассчитывал. Совсем не так, ладно. А сейчас они мне не дадут. А, вот, все, Андрей. Вот, Андрюшка как раз нам-то и нужен. Так, где у меня тут? А тут, кстати, 74 уровень, так что, ребят, здесь можно уже не брать подстраховочное лицо. Они вдвоем здесь справятся, поверь мне. Ну что, поехали. Так, Усаги, как всегда, да, со своей вертушкой. Стоп, машина. Вот мне не нравится, что у Бакстера Стокмана очень много здоровья. Но Леонардо его все-таки наказал. Так, сегодня нам еще нужно накопить 30 тысяч мутагена для того, чтобы прокачать до 100 уровня нашего Армагона. И какое место? 27-й. То есть получается где-то еще 2-3 боя нужно сделать, да, чтобы перейти. Василий. Ну что, Василий, давай. Жалко, у нас откаты очень быстро заканчиваются. Вот это, конечно, проблема. И я боюсь, у нас не хватит с тобой до Лиги Мастеров 3 звезды персонажей, к сожалению. И откатов у меня так много нету, и купить я не смогу. Вот дилемма. Так, ну что, здесь пока все отлично. Этот сплинтер что-то тут выпендриться решил. Но это безрезультатно. Пока идем хорошо, ребята. Лео, Усаги, они справляются. И поэтому мои персонажи, грубо говоря, как за каменной стеной. Так, какое место? Блин, 18-е. Ну да, получается, что мы не успеем с тобой перейти. Так, тут у нас Мика. Ну давай Мика и возьмем тогда, чего уж там. Какой уровень? 76-й максимальный, да? Ну, майки он ватный, поэтому за него можно не волноваться. Вот Донателло меня немножко напрягает. Я вот просто хочу попробовать без страховочного лица пойти.
И тут, как говорится, очень много зависит от Усаги, сколько он нанесет первоначального урона и повесит ли он постепенный урон, понимаешь? Если все он это сделает, то мы тогда пройдем. Он идеально сделал, ребята, просто идеально. Микеланджело тут упал сразу же, как только до него дошел ход. Ну что же, идеальная победа, тут все написано было тебе русским языком. И мы смотрим, куда с тобой попадаем. Ах ты, ну вот. Вот специально, ребята, они тянут резину. Вот прям вот чувствую. Так, Тимурчик, ну что ж, давай. Нет, наверное, нам все-таки придется купить с тобой откаты. Так, 75-й, я беру вот этих, ребят, персонажей наших. Пойдем туда уже, ближе к концу хвоста, потому что более сильных мы оставим с тобой на потом. Так, Усаги, будь добр, сделай так же, как и делал. Повесь на них постепенный урон и тними. Вот. Ты посмотри, сколько он нам оставляет здоровья. Вообще микроны. То есть тут даже если бы Леонардо не делал вертушку, мои бы ребята справились. Если бы ходили первыми. Вот это я хочу подчеркнуть. А они первыми ходить не будут. Потому что инициатива, ребят. Ну что, Лига Мастеров. Две звезды. 94-я позиция. Я, наверное, сразу же куплю. Вот так вот. Сколько у меня? 37 откатов. Этого должно хватить. Должно хватить, чтобы мы с тобой, ну, дошли очень далеко, по крайней мере. Так, Эллен. Берем здесь. О, а тут, кстати, 70-й ранг. Это хорошо. Мы опять будем с тобой брать вот этих вот. Можно было бы даже вообще взять самых начальных. Понимаешь? Так, ну что, Усаги, не подведи меня, родной. Вжаривай, как в последний раз. И он это делает. Он это делает, друзья мои. Ты посмотри, сколько он оставляет им здоровья. Сегодня у нас Усаги в ударе. И это классно. Он, видно, чувствует, да, что конец недели. Кстати, ребята, на этой неделе мы с вами... Ну, не на этой неделе. С понедельника мы с вами уже... получаем нужное количество платиновых осколков для того, чтобы прокачать очередного персонажа в платиновый ранг. И как я понимаю, ребята, мы выбрали все Ваньку Стиранка, да? То есть у нас с вами сегодня суббота, завтра воскресенье. В общем, ребята, если мы с вами договоримся на Ваньку Стиранка, то просто в комментариях пиши плюсик. Ну, если ты захочешь прокомментировать, пиши плюсик. То есть я буду знать, что мы все согласны на то, что Ванька Стиранка будет переводиться в платиновый ранг. Если ты не согласен или ваше мнение поменялось, то пишите кандидата, которого будем переводить. Ну что же, тут у нас опять идеальная победа. И мы с тобой продвигаемся дальше. Так, сейчас какая? 75-я? 72-я позиция. То есть, получается, где-то боев 7-8 нам нужно еще сделать. 7-8. Так, 17-24. Это Марцио. Вот здесь начинаются уже проблемы, друзья. Потому что здесь 78-79 уровень. И тут без подстраховки, ну, просто никак нельзя. Поэтому нам придется взять с тобой Джастина. И, наверное, вот так сделать. Но если Джастин меня сейчас подведет, это будет крах, друзья мои. Тут Хан. Ёлки-палки. Ну-ка, Усаги. Давай, родной, Хана выруби и... А вот это плохо. Фух. Тихо-тихо-тихо-тихо. Слушай, нам пока везет, ребята. Ты прикинь, Леонардо вообще отстал. То есть 78 уровень Микеланджело и 78 уровень Хана переплюнули сотого Леонардо. Вот так вот. Обалдеть. Если честно, я бы так даже не подумал. Они могли сейчас просто ушатать меня. Ушатать и Кунаичи, и Донателло. С полтычка, если бы они не стали, например, там, Майки не стал бы, например, бафаться, а Хан не стал бы атаковать Усаги. Понимаешь, о чем я? Просто повезло. Ну что, 61-я позиция, двигаемся с вами дальше. Нельзя так рисковать впредь. Так, давай-ка обновимся до 17-24. Ну, я попытаюсь, по крайней мере, найти.
И что-то как-то мне не везет. Ага, есть такое дело, друзья. Это Илья. Тут очень много майки. Этот, этот. Может быть, нам проще взять вот этого вот. Да фиг с ним, давай. Ну, здесь придется, конечно, взять еще одного более мощного персонажа. Это, например, будет вот так вот. Супер Шреддер. Так, Кирби, подожди. Раз, два. Друзья мои, иду ва-банк. Очень большой риск. Блин, как он бегает, а? Супер Шреддер. Я даже думаю, что ему неудобно, особенно вот с этими когтями, которые у него здесь на ногах. Ну как ты будешь бегать? Я просто не представляю, как бежать с такими вот когтями, когда они у тебя в ноге растут. Так, минус майки. Слушай, я думаю, тут всем кранты. Даже если Рокстеди выживет, все равно бы он погиб от постепенного урона. В общем, продвигаемся с тобой дальше. То есть уже половину, грубо говоря, мы где-то прошли с тобой, да? Какое место? Да, ровно половину. Так, не стоит расстраиваться, у нас все впереди. И я вижу, здесь Серега стоит. Давай-ка возьмем его. Зека, может быть, взять. Давай возьмем Зека с тобой и... Вот так. Блин, тут опять Хан, а? Слушай, ну я думаю, что Хан не переплюнет именно Зека. Хотя, надо посмотреть. Ну-ка, Усаги, давай ты первый начинаешь. Сейчас все зависит от него в первую очередь. Так. Теперь бросаем бомбочку. Ну да, да, все отлично получилось. И Хан упал, и остальные тут рассыпались. Замечательно. То есть Зек, он как замедлятор и все-таки небольшой дамагер. Он идет. Вот именно тем, что у него хорошая инициатива. Он вот этим именно прокатывает. Ну что, 39-я позиция. Нам еще, ну, 3-4 боя нужно сделать. То есть мы с тобой перейдем все-таки в Лигу Мастеров. 3 звезды. Но мне-то хотелось сегодня взять топчик. Понимаешь, о чем я? Раз, два. Так, и нужно нам третье с тобой подстраховочное лицо. Это будет... Ну вот не берите никогда, ребята, Железноголового и Бакстера Стокмана. В прошлом видосике вы видели, какие они делают ошибки. Ошибка у них элементарная, и они очень, ребята, медленные. У них маленькая инициатива, поэтому они прикрыть тебя не смогут. Если ты хочешь полноценную комбинацию, бери всегда Усаги, Лео и Армагона. Это 100% победа. Даже вот здесь, наверное, Армагон мне не нужен был. Но видишь, он ходит быстрее, чем Лео. Поэтому он сейчас должен всех вырубить. Да, и он это делает, шутя. Прям вот просто играя вот этим своим валуном. Блин, Армагон — это, конечно, пушка, на самом деле, тебе говорю. Если, ребята, где-то на испытаниях вы видите испытание на Армагона, всегда его проходите. По чуть-чуть, полегоньку, потихоньку. Но если вы его прокачаете, вы сами об этом не пожалеете, потому что он просто вытворяет чудеса. У него... сколько у него? У него две массовые атаки. Но самая мощная — это, конечно, вот валун. Массовая атака есть у него еще, когда он выпускает торпеды, но она больше идет на понижение атаки. То есть это как дебаф идет. Но у него есть пассивка, не забывая, которая может повесить ему, настакать броню. Да, об этом тоже не стоит забывать. Так, ну что, здесь 79 уровень, поэтому тоже не надо рисковать. И возьмем мы здесь... Блин, а кого возьмем-то? Ну давай Рафаэля. Хоть Рафаэль не имеет массовых атак, он имеет обалденную провокацию. Ну что, поехали. Так, Усаги начинает крутить, вертеть. Сейчас мы посмотрим. Блин, ну... Про Донателло все прекрасно знают все. А вот то, что Рокстеди здесь получил мало урона, это, конечно, что-то новенькое. Ну, падай, не хочет. Тогда поможем. Все, друзья мои. Идеально. Так, двигаемся с тобой дальше, смотрим, какая позиция. Приблизительно прикидываем, сколько нам еще сделать надо боев. И отсюда уже будем танцевать. Так.
Ну что я тебе скажу, где-то еще два боя по 9 за бой, да, по 9 ступенек. Где-то два боя. Если нам, конечно, достанется 17-24. Вот, Дмитрий. Окей. Но здесь уже, скорее всего, нам придется... Блин, Бакстер Стокман. Ну, этих же парней тоже нужно, по идее, отыгрывать. Возьму я Криса Брэдфорда и... Тимати вместе... Да нет, вместе с Ванькой. Наверное, вот так вот сделаем с тобой. Раз-два боя нужно всего лишь, да? Тут, видишь, морозильная кошка у них есть. Хотя она не такая уже крепкая, она должна падать. Если постепенно урон сейчас повесит у Саги на нее, то, в принципе, она нам не страшна. Он ее вообще вырубил. Блин, ну тут Рафаэль стоит. Причем, все, ребят, так, Донни. Видишь, когда слишком сильно перестраховываешься, ты всегда выигрываешь. Когда ты начинаешь немножко думать, что вот я справлюсь без того-то, того-то, и почему-то всегда сразу фейл. Так, ну что, девятое место или какое? Да, друзья мои, я все правильно рассчитал, поэтому нам нужен еще один всего лишь бой. Откатов у нас 19 штук. Возьму сюда Донателло, возьму сюда Рокзара и возьмем с тобой сюда Рафаэля. То есть еще где-то боев у нас получается 7-8. В топ не зайдем, в топ. Ну, где-то около того будем. Так, Усаги начинает крутить-вертеть. Опачки. Ого. Слушай, опасность, ребята, здесь у нас, смотри. Блин, нет, Лео сегодня что-то хорош, прям, вот серьезно тебе говорю. Он бомбит не по-детски. Ну, такое у него редко бывает, понимаешь? Так, Арсений. Ну, я возьму, наверное, Павла лучше. Так, Павел. Раз, два, три. И с этой командой можно кого хочешь взять. Пускай будет так у нас, да, предположим. Просто сегодня комментарии читаю ваши. Пишет, Рэй, сыграй в Ниндзя Черепашек, давно не было. Я посмотрел, разве давно не было? И действительно, если сравнивать по видосам, то... Давно, вот, надо было снимать. Памс. Блин, ну Армагон, конечно, это что-то. Это вообще имба. Мне кажется, даже не надо брать Леонардо сюда. Просто берешь Усаги, Армагона и все. Так, ну что у нас получается? Какая там? 81, это 8 боев на 2, 16. Ну, по идее, если мы будем брать с тобой только двух персонажей, то нам этого хватит. Но мне кажется, что с двумя персонажами рискованно. Хотя... Хотя, что рискованно-то? Давай так проверим. Понимаешь, если я беру сюда вот муху, этого, змейковьюна, они не будут ходить первыми по-любому, потому что вот здесь уровень, ребят, намного крепче. Я их беру здесь для того, чтобы они не упали с одного с двух ударов. Только лишь до этого, и все. По инициативе они в любом случае проигрывают. Про железную голову я вообще молчу. Про муху, вот муха, да. Муха — это косяк. И я надеюсь, она меня сегодня не подведет. Хотя она обычно всегда меня подводит. Нет, тут Лео хорош. Сегодня он прям, ребят, в ударе. Ну вы сами видите. Ни одного промаха, никого не оставляет живых. Не промазывает, просто крут. Так, ну что, какая там у нас? О, 69-я позиция. Так, 14 откатов. Здесь берем Дона. Лео Усаги на откат. Плюс Майки. И сюда же пойдет у меня... Я надеюсь, что... Вот я сейчас взял, ребята, специально двоечку. То есть Лео и Усаги. Больше я имбу сюда никакую не брал. Так, здесь, значит, что у нас получается? Макмун и Эйприл. Давай попробуем, блин, я даже не знаю. Может, давай уклоняшку все-таки поставим. А вдруг что-то пойдет не по плану. Ну-ка.
Я вначале хотел ударить Микеланджелом кого-нибудь, а потом подумал, а смысл от этого, да? Если у нас есть Лео сегодня. Ну, здесь немножко схандрил, но это простительно, потому что я надеюсь. Вот, хотя бы так. Ой, зачем паутинку? Надо было... Можно было бы и крутануться просто, да, с щупальцами и его пробить. Ну, так получилось, значит. Так получилось. Какая позиция? Покажите, пожалуйста. 56-я. 12 откатов, друзья мои. Скорее всего, сегодня будет топ. Скорее всего. Так, берем с тобой Кевина. Берем Кевина. Раз, два. Берем Бакстера Стокмана. Карайку возьму и... И Шреддера. Ну, пускай будет так, фиг с ним. Пускай будет у нас Шреддер. Ну что? Единственное, что нам потом придется с тобой тратить не два отката, а три. Потому что я буду брать суперсильную команду. Это именно Усеги, Лео и Армагон. Тихо, а вот это опасно, ребят, видите? Опять Бибоп выжил. Он пережил атаку Усеги, он пережил атаку Лео, но... На нем не было постепенного урона. Так бы он не смог пережить. Так, ну что, я думаю, 40-я где-то, да? 42-я. 10 откатов. Они прям на глазах, ребята, тают, эти откаты. Раз, два, три. И уже придется брать самых-самых слабеньких. Но это, ребят, ничего страшного. По ним никто ничего не успеет нанести урона, так что... Интересно, сейчас Леонардо справится после Усаги или все-таки придется Армагоши? А, сейчас Армагон будет ходить. Ну, Армагон-то, наверное, сейчас ушатает всех. Посмотрим. Ну-ка. Ну, он красавчик, согласись. Армагон тоже красавчик. Леонардо хорош, но и Армагон красавчик. Блин. Своим вот этим вот супер валуном он, конечно, всех тут... уничтожает. Так, ну что, 30-е? Да. То есть, ну, придется нам, наверное, еще все-таки разочек докупить 10 откатов. А можем и не покупать. У нас все равно завтра еще день, да? Завтра же воскресенье только лишь. Да, завтра воскресенье, поэтому мы можем здесь вот потратить все эти наши откаты. Сегодня, например, дойдем с тобой до 20-й позиции, грубо говоря, да? А завтра просто дожать, как говорится, закрепить нашу позицию и все. Да, наверное, мы так и будем с тобой делать. Нет смысла идти сегодня в топ, потому что завтра все равно нас оттуда скинут. Поэтому лучше завтра мы с тобой уже, как говорится, на финишной прямой дойдем до финала, да? Там уже будем сидеть с тобой спокойненько в топчике и не переживать ни за что. Сейчас будет где-то 20-я позиция, я так понимаю. Даже 18-я. У нас с тобой 4 отката. Здесь... Ну, давай, наверное, я возьму Алекса. Если, например, я возьму... Я просто хочу, ребята, сейчас поэкспериментировать. Я понимаю, что это дурацкая, конечно, идея. И очень рискованная. Но я хочу посмотреть, сможет ли Армагон и Усаги справиться вдвоем. Вот просто интересно мне. Ну-ка, проверим. Так, Усаги, в принципе, неплохо зажег. Но вот, Армагон, давай, тут много чего от тебя зависит. Краса, ну он красавчик, ты смотри, что он творит, ребята. Выносит всех, хотя там здоровье у противника было больше, чем даже половина. То есть, как бы, на половине есть небольшой риск, да, с, там, сфейлиться. А тут красавчик. Итак, 7-я позиция, ребята. И мы с тобой... Я для чего сделал, ребята? Я хотел вот провернуть такую фишку. Вот этих вот не советую брать. Не советую. Почему-то мне кажется, что вот эти два кабана, они выживут. Они выживут. Давай мы обновим с тобой. Вот. Вот это уже ближе к теме. Хотя не совсем. Так, черепашки не годятся. Вот. Возьмем вот эту вот команду на растерзание, так сказать.
И берем. Хотя тут опять же бибоп. Раз, два, три. Вот он. Роквелл, наверное, упадет, я думаю, да? Остальные все упадут. А вот насчет бибоп, я не знаю, ребят. Не уверен совсем. И Донни. Так, ну, Саги, давай. Главное, на всех постепенку повесь. Просто хочу уже, если получится, вдруг сегодня в топ прям. О, слушай, по-моему, есть шанс. Хотя, опять же, Донателло. Блин, да, Армагон вообще красава. Ты посмотри, что он вытворяет. Он Донателло, у которого практически полностью было здоровье, вынес его в хламину. Леонардо вряд ли бы так смог сделать. Mm-mm. И первое место. Да, друзья мои, за сегодня мы забрались в топ. В топ-ранг, то есть первое место. В Лиге Мастеров 3 звезды. Выше только звезды. Так что великолепно сегодня сыграли. То есть я, если хочешь знать мое мнение, я считаю, что все-таки Леонардо стоит немножко подвинуться. Появился намного круче и имбовый персонаж, это Армагон. Тем более сегодня я его прокачаю до сотки. И он все, ребята, он будет просто рвать. Но ты сам прекрасно видел, что Донателло иногда промахивается. Ну, то есть Леонардо иногда промахивается именно по Донателло. Армагон сегодня, сколько вот боев сделал, ни одного промаха не было. Просто всех вырубал. Поэтому, я думаю, все-таки надо менять. Можешь написать в комментарии, что ты думаешь по этому поводу. Так, а теперь мы идем с тобой в список. Берем Армагона и с удовольствием его прокачиваем. Да, красавчик, поздравляю. Теперь ты у нас фаворит. Это не говорит о том, что, ребята, я предаю Леонардо. Нет, конечно же. Просто Армагон во многих ситуациях все-таки спасает команду больше, чем это может сделать Леонардо. Вот и все. Так, забираем. Потому что когда Леонардо в команде был, да, мне приходилось брать третье подстраховочное лицо. Здесь я специально проверил у Саги вместе с Армагоном в пати, и мне не понадобилось никакое третье лицо. Причем я брал вообще всех слабачков с собой остальных. Трех персонажей брал слабыми. И он тянул. За это ему респект. Ну что же, а мы идем с тобой на испытание. Я вот хочу зайти в платиново и посмотреть, кто здесь у нас и что. Ну, в принципе, первый мы с тобой пройдем. Первый эпизод, я думаю, пройдем все-таки. Должны, обязаны, ребят. Так, ну с этими олухами быстренько разберемся сейчас. Пум, ой. Быстро не получилось. Так, он, видишь, уже броню себе настакал. Это круто, ребят. То есть Супер Шреддер, как Армагон, тоже стакает себе броню. Это классно. Так, тихо. Постепенно урон, это плохо. Мы с тобой сделаем, знаешь что? Доп защиту. Вот Крис Брэдфорд, он очень мобильный чувак. Я в плане того, что, ребята, он может взять... Так, тихо. Он может взять либо... Баф. Да? С возможностью контратаки и тому подобное. Либо же может просто повесить на себя, не только на себя, а на всю команду, броню дополнительную, что очень хорошо. Так, ну что, майки вырубить, может быть, для начала. О, волна. Бакстер спокойно так разобрался, да, с этим майки. Айзе, красавчик. Может же, когда хочет, ведь согласись. Так, ну что, ребятули, стоите, ждете, да? Так, вот надо майки вырубать здесь. Это однозначно, ребята. Е. Теперь Рафаэля. Нормуль. Так, давай вот так сделаем. Вызовем своего маузеров. Бумс. И добьем. Все четенько. Здесь вообще, ребята, даже не вспотел. Если честно, прошел просто на одном дыхании. Дальше будет интереснее. Потому что... Так... Снаряжение получили. Потому что тут уже 80 уровень. То есть, грубо говоря, уровень как у нас. Ну что, давай смотреть, кто кого. Так, меткость понизили. Ай-яй-яй-яй-яй. Но здесь у нас есть медик, и это круто, друзья мои. Когда есть медик, а именно Супер Шреддер, то все очень будет крутенько. Так, я возьму все-таки провокацию. Я возьму провокацию. Так.
Давай, наверное, с тобой ракеты выпустим. Теперь доп. Защиту возьмем. На тебе. Окей. Что такое крутится, не могу понять. Броня этого Армагона, что ли? Ой, Армагона. Супер Шреддера. Так, тихо, друзья мои, эти опасные противнички. Бросаем бомбочку. Так, теперь, наверное, шипы. Ай, красота ты какая моя ненаглядная. Я думаю, здесь никто уже не выживет. Неа, постепенный урон просто уничтожит их. Так, и последняя шайка-лейка. Так, неплохенько. Массовики-затейники, да? Пошли в первую очередь на разбор. Так, пробиваем. Он не жилец в любом случае. Так, теперь попробуем сделать так. Замедлить. Он даже не попал. Ничего себе какой, а? А это еще... Что он сделал? А, он ускорил команду. Все, ребят. Ну-ка, блокируем ему способности. Да блин, ага. От постепенного урона тоже отдуплился. И остается Леонардо. Ну, красава. Слушай, ну я тебе скажу, что наша команда справилась. Не сказать, что на изи, но такой средний темп. Ну, понимаешь, мы с тобой дрались на равных сейчас. А вот в третьем эпизоде, мне кажется, даже, ребята, лучше не суваться. Или все-таки попробовать? Давай попробуем. Просто чисто ради любопытства. Сможем ли мы здесь справиться? 90 уровня противники, конечно, очень сильные. Очень сильные, тут не поспоришь. Сейчас будем смотреть. Что он там делает? Блин, отхил. Пу-пу-пу-пум. Вот и думаю, что делать. Ладно, давай попробуем их на шипы взять. Ага, на шипы взяли. Тут я возьму провокацию, пожалуй. И... Да и буду бомбить их, в конце концов, уже достали они. Молодец, молодец. Бакстер подхватил инициативку. Слушай, давай, наверное, вот так вот сделаем все-таки с тобой сердцебиение, чтобы у нас шел отхил. И добиваем. Так, вторая волна. Ух, опасные вот эти черепашки. Ой, опасные, друзья. Так, пока броня есть, не стоит тратить. В общем, блин, они сейчас будут массовые атаки все делать. Начнем, наверное, с Рафаэля все-таки. Так, волна смертельная. Угу. Твою же дивизию, он успел все-таки прошивиться этот. Так, Рафаэль, я надеюсь, не выживет. Донни, Донни меня напрягает. Хотя и Лео тоже. Давай, наверное, так сделаем все-таки. Бамс. Теперь. Замедляха сработает или нет? Ну, давай так сделаем. Есть. Оу. Ага, все, ребят. Слушай, а почему... Блин, офигеть, он от постепенного урона, ребята, выжил. Слушай, а этот Рокзар-то у меня не стоял в провокации-то, оказывается. Прикинь. Пумс. Зэка, не трогай. Видишь, у нас с тобой постепенно-постепенно восстанавливается здоровье. Это круто. И тут у нас с тобой третья волна. Кто в ней? Оригиналы. Блин, оригиналы, ребята, это опасные типки. Так, начну, наверное, с Рафаэля все-таки. Теперь бросим бомбочку. И замедляшка вообще ни на кого, да, не сработала. Слушай, доп. Защиту надо брать в любом случае, ребят. Теперь маузеры побежали. Так, тихо, тихо, Лео, не выпендривайся. Ага, ты видел, у него еще, ребята, отложенная смерть была. Мы с тобой здесь за счет того, что стоим под броней. Под довольно сильной броней. Даже зэк не так сильно страдает от ударов. А так бы он упал бы давно бы. Так, минусуем с тобой, да? Донни и остается... О, провокация. И остается Майки. Он делает иммунитет, который ему вообще не нужен, если честно.
И да. Ребята, мы прошли противников на 10 уровней сильнее меня. Ну, правда, не все, конечно, были у меня 80-го. Но трое из них были 80-го уровня. А два 90-го. То есть, круто. Что я могу сказать? Эпизоды пройдены, это классно. Мы можем теперь фармить. Фармить мне вот этот значок надо. Но здесь, видишь, тут еще эксперт Усаги. Ну что, пойдем на эксперт Усаги, да? Хотя он мне не нужен, но... А ради вас пойду на него схожу. Начинается вот это вот трихомония. Ну здесь-то понятно, здесь легко. 40 уровень, мы его разберем сейчас полточка. Дальше будет интересно. Особенно вот этот его смертельный удар, когда он будет делать пробафанным. Это, конечно, что-то с чем-то. Он вырубать будет любого. Даже Леонардо, если тот попадется под удар. Подожди, что-то не то. Так, ну что, двигаемся дальше с тобой. Так, здесь уже какой уровень у него? 50-й. Точечный удар делает. Блокирует способности Рафаэлю. Но нам опять на это плевать. Вынесли мы его. Двигаемся с тобой далее. Блин, ну все-таки классно. Армагон 100 уровня. Друзья мои, пишите в комментариях, кого дальше мы будем прокачивать по уровню. Ваньку мы переводим в платиновый ранг, а кому мы будем поднимать уровень? Пиши. Пиши в комментариях обязательно. Так, ну что, эпизод 3. 60 уровень уже у Сплинтера. Начинается вот этот вот. Ух, ты видишь, это он еще не пробафанный. Это он еще не пробафанный был. Ну правильно, он знает, кого бомбить. Донателло, Донателло у меня здесь слабое звено. Возможно, нам придется даже от него в следующем бою отказаться. Не потому, что он мне не нравится, а потому что чтобы его не убили, не уничтожили. А этот Сплинтер, естественно, тут мастер Сифу, ё-моё, он толк в боевых искусствах знает. А нам еще, извини меня, 4 эпизода танцевать. Нет, ну здесь, наверное, еще можно будет его оставить. Потому что здесь 70 уровень все-таки. А здесь, наверное, он еще потянет. Смотри, что творит, а. Вот Сплинтер, а. Старый крысеныш. Он сейчас бафаться еще будет. Давай я перкотом его попробуем. О, еще и постепенный урон повесили. Ну, у Рафаэля, ребята, очень слабый постепенный урон. То есть он отнимает здоровье очень-очень мало. Ой, Донни, Донни. Что ты вообще промахиваешься? Ну, Майки красавчик здесь. Так, справляемся. Мы вообще-то с тобой, по-моему, проходили, если не совру, полностью испытание на Сплинтера. Полностью. Убираем Донателло и выдвигаемся в путь. Последнее, по-моему, испытание мы с тобой проходили. У нас погибал кто-то, но как сам факт, что оно было все-таки у нас пройдено. На 3 звездочки, по-моему, у нас ни разу не получалось пройти. Так. Он промахнулся. Апперкот пошел. Дадыч. Так, сейчас будет бафаться, да? Ой-ой-ой-ой-ой, промахнись. Е-е-е. На тебе. И добивочный. Все. Изи кул. Так, ну что, мы двигаемся с тобой дальше. Последний остается поединочек. Если мы его проходим, то все чики-пуки. Ну, с богом, 90 уровень, блин. Опасно, друзья мои. У него офигенная сейчас будет инициатива. Он сейчас будет и бафаться, и ударять. Все он сейчас будет здесь делать. Все он будет успевать. Одним словом так. Плюс его очень... Его очень опасно трогать. В плане чего, ребята? Что у него офигенная контратака. Он постоянно контрит. То есть это как Рафаэля. Тоже тронешь и постоянно получать будешь. Вот, видишь? Хорошо, что у нас уклонение с тобой стоит. Поэтому он по нам как бы не попадает. Ать! Видишь, что творит? Видишь, что творит? По-моему, все, крышка ему, ребят. Да. На 3 звезды. Шикарно, шикарно.
Ну что, у нас с тобой вроде бы как все пройдено. Остается там 10 сыра. Мы можем с тобой один раз попробовать. А, нет, сыра у нас вообще не осталось. Мы уложились с тобой тютелька в тютельку. И это круто. Это круто, ребят. 58 откатов. Все здесь пройдено. Я, наверное, в следующей серии все-таки попробую достать вот эти вот значки. Они мне нужны. То есть три попытки как бы есть. Три значка, а мне нужно всего 4. Всего 4 для того, чтобы прокачать первый скилл вообще в моей игре. Первый скилл массовой атаки на седьмой разряд, седьмой уровень, скажем так. А так, все, ребята, что могли, сделали. Так, подожди, у нас очки с тобой есть, да? Зайдем в магазин, потратим. Потратим с тобой монетки. Вот, Лев, давай иди сюда. Итого уже 67 ДНК. Классно. Платиновых осколков, как ты видишь, 385. Это буквально еще 15 осколочков. А мы с тобой заработаем 75. Так что персонажик следующий у нас будет с тобой прокачиваться. И это круто. Ты еще раз говорю, ребят, напиши в комментариях, кого будем дальше прокачивать по уровню. Ну, а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!